Так, я сбегал в магазин за капустой. Пока я бегал за капустой, он присоединился в третий раз к интернету и запустил уже другую игру, которая называется «Построй мир». Английское слово крафт. 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 На русский язык нельзя перевести. В русском языке нет такого слова крафт. Но мы поэтому просто произносим скрафтить. Слово скрафтить — это не слово сделать по-русски. Потому что слово крафт в английском языке означает изготовление. А вот и перевод, да. Что-то я про это слово забыл. Изготовление. Слово крафт значит изготовление. Но не слово делать. То есть мы, когда говорим слово делать, оно имеет более широкий смысл. А слово крафт — это означает изготовление чего-либо. Какого-либо предмета. Так, ну что, он присоединился? Не вижу. Чего? Чего он удивился-то? Ну и чё? А почему я не вижу сообщения, что он приконнектился? Вот, блин. Немножко глючит игра, получается. О! А! Он! Так. Стреляют, сволочи, сволочи! Ай! Стреляют! Помогите! Не достаю. Черви меня достают, а я до этой штуки не достаю до гнезда. Сволочи. Ладно. Так. Оу! Меня стреляют, сволочи. Жуки в меня стреляют. Ну, я выпустил. Ага! Готов! Вот так, неосторожность им вливает. Ага. Ага! Я убегаю. Все в кислоте, нельзя по кислоте бегать. Полечимся. Добью гнездо вот это. Ага! Меня стреляют, сволочи. Меня стреляют. Черви. Черви до меня не достают. Так. О, это гнездо я тоже сейчас вынесу. Патронов мало. Помогите. А, червь достает. Ну, Стив, иди ко мне. Полечимся. Так, кислоту не наступить. О, давай, лю... Приманивай их, приманивай. Гадов, подонков. Плюется в меня. Ну, сейчас я тут попадусь в лесу. Заблужусь. Между деревьев застряну, конечно. Все. Так, пойду добью гнездо. Потом я спер и пушку сломал. Все. Гнездо повредил. Так, что делать дальше? Кого дальше убивать? А, вот гнездо. Оп, плюется гад.
Плютись, сволочи. Опять он дисконнектился. Кошмар какой. Пауза. Сохранится. Нажимаю кнопочку Save. Сохранился вроде. Оуч. Что ж такое за сегодня, за день такой? Останавливаю запись. Минут 5 ждать.